Берем две симметричные стропы с левой и с правой половинки купола. Сравниваем по длине, предварительно привязав миксер к какому-нибудь неподвижному предмету. Сравниваем примерно одинаково. Берем одну стропу, ложим под низ простую отвертку, прижимаем пальцем и тянем. Тянем с усилием, ну, килограмм может, ну, до 10. Получили разницу в длинах строп примерно в 2 сантиметра. Теперь тянем вторую стропу. Сравниваем. Длины почти уравнялись. Можно еще потянуть. Все стало ровно. И так каждую стропу.